Здравствуйте, меня зовут Навмойч Роман. Мне 15 лет, я живу в городе Минске. Я учусь в киношколе «Бигфильм». Я снимался в фильмах и снимался в рекламах. Я выступал в театре. Также я умею петь, мне нравится, танцевать мне нравится. Все мы школьники и не любим учить уроки, домашние задания. И тут я знал, что меня вызовут, и я, как всегда, не подготовился. И тут я сижу на уроке и думаю, лишь бы меня не заметили, лишь бы я пропал, и все. И тут называют «Наумович к доске». Я такой надеваю шарф вокруг горла, обматываю, спокойно иду к доске, становлюсь и говорю: «Я не могу говорить, у меня нет голоса». «Ну и что ты молчишь?» «Ну ладно, раз ты ничего не говоришь, садись, два». «За что? Я же еще ничего не сказал!» Вот такая вот история. Моя мечта – это начать снимать видеоролики на YouTube, то есть видеоблогера. Мне нравится сам этот процесс, потом монтаж, потом заливать. Ну, как-то так. Я хочу сняться в вашем проекте, ведь я крутой, позитивный, так что зовите меня. В общем, всем пока!